Здравствуйте, меня зовут Федя. Мне 8 лет. Я увлекаюсь робототехникой, занимаюсь самбо и шахматами. А также я читаю книжки. Интересные очень. Моя любимая книжка «Приключения Буратино». Я занимаюсь китайским, чтобы поехать в китайский город Циндао. Там поступить в штаб-квартиру компании Haier, которая работает на изобретение техники. И еще я хочу добраться до улицы баров Тяньмэнь, чтобы пойти в ресторан китайской пекинской утки. Может, там еда очень вкусная. В общем, я решил изучать китайский язык, чтобы там купить новый дом, развиваться и ездить в интересные места.